Приветствую вас, моя дорогая церковь, семья Божия, город Минск. Я поздравляю вас с этим прекрасным праздником, днем вашего рождения. Я благодарна Богу за то, что однажды я родилась в этой церкви, за то, что я выросла, и наша церковь миссионерская. И вот теперь я нахожусь здесь, в Болгарии, в Варна. И я очень счастлива быть здесь и служить нашему Господу Иисусу Христу. И я хочу передать слово пастору и его жене. Также принимайте поздравления. 24 года – хорошая дата. 24 старца написано в Золотом Иерусалиме. Постоянно поклоняются Агнцу. И мы хотим вам пожелать, пастор Валерий Михайлович, ваша команда, вся ваша церковь будут благословены также, чтобы нам встретиться там на небесах, в Золотом Иерусалиме, в поклонении нашему Господу, самому невероятному, самому прекрасному, самому нашему любимому жениху. Пребывайте в его первой любви, вашей первой любви, влюбляйтесь в него, признавайтесь ему в любви, открывайте свои желания, и Бог вас будет благословлять. Будьте благословенны. А вам спасибо большое за прославителя. Мы ее приняли, она да. стала нашей частью. Больше мы вам ее не отпустим. Да. У вас хорошо получается рожать прославителей. Продолжайте в этом направлении, мы будем молиться за вас. Слава Богу. И теперь мы всей церковью хотели вас поздравить. 3, 4. Поздравляем! 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 Аллилуйя! Будьте благословенны!